Привет. Сегодня хорошая погода, 5 сентября 2020 года. Мы решили прогуляться по каналу. Мы находимся в месте, которое называется Фредли и Джексон. А канал-то называется Трент и Мерси канал, потому что он соединяет реку Трент с рекой Мерси. Вот интересный трицикл. Фредли – это маленький городок, который находится между городами Бёртона-Трент и Личфилд. Впервые задумка каналов была задумана в середине 18 века. Сейчас каналов в Англии достаточно много. Даже в Шотландии есть и в Уэльсе. Разработку этого канала сделал Джеймс Бридли. Джеймс Бридли не был профессиональным инженером, но он был изобретателем, как впоследствии оказалось, очень гениальным. Канал этот имеет протяженность 93 мили, примерно 150 километров. На протяжении его находится 76 шлюзов и 5 тоннелей. Вот эти шлюзы, которые имеют с одной стороны две двери, а с другой только одну, были разработаны именно Джеймсом Бридли. И они характерны по всему Мидлендсу. На первый шлюз он попробовал сделать около своего дома. Опробовал его, все получилось, и стали строить. К сожалению, он не дожил до открытия канала, который открылся в 1777 году, и достроили его уже его ученики. Первые каналы стали, конечно, рыть еще древние римляне в Англии. Потом наступили темные, глухие времена. А в средние века, когда уже жизнь опять стала налаживаться и торговля, тогда люди стали очищать как бы реки, около которых находились города. Ну, как правило, города в основном все крупные находятся около рек. Но это не приводило к желаемому результату, так как торговля развивалась, производство развивалось, и уже в середине 18 века было решено построить каналы, прорыть каналы. На первых каналах были, туннели были, значит, туннели тоже есть, да, и вот эти туннели были до того низкие, что людям приходилось ложиться на палубу и толкать корабль ногами. Но потом они были расширены, чтобы могла проходить лошадь. Сегодня вдоль любого канала есть всегда пешеходная или велосипедная дорожка. Ну, там велосипедисты и пешеход ходят. Это осталось с тех времен, когда лошадь тянула корабли. И поэтому до сих пор эта земля считается как бы ничейной. На ней ничего нельзя делать, ее нельзя перегораживать. Это очень хорошо, можно гулять везде. Ну, я еще хочу сказать, что каналы были очень сильно востребованы до появления железных дорог. Конечно, железные дороги решили многое уже. Но их стало быстрее перевозить, и больше грузов можно. А в начале, вот, допустим, что касается этого канала, то были заинтересованы промышленники, которые производили гончарные изделия, знаменитый стаффордширский фарфор. Вот гончарные изделия в основном производились в Стоук-он-Тренте, и там канал проходит около старых разрушенных цехов. Почему? Потому что в то время перевозили, допустим, на лошадях, но это было, во-первых, мало груза можно было взять по дорогам. Дороги были, конечно, не асфальтированные, и происходил большой бой посуды. То есть горшки бились, тарелки бились там. Очень большие накладно было. А с постройкой каналов
хоть и медленнее, но эти проблемы были решены. То есть медленнее транспортировка, но более качественно получилось. Также уголь даже подешевел, потому что угля, в основном уголь тоже перевозили на кораблях, как правило. И можно было больше брать, то есть корабль берет примерно около 30 тонн мог брать грузов. Спокойно перевозить. Ну, как я говорил, каналы использовались до конца 19-го, начала 20 века. Но их вытесняли, конечно, железные дороги, которые стоили все больше и больше. Но также и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну они были очень востребованы. А вот после Второй мировой войны они практически были заброшены. То есть заросли растительностью, были закиданы мусором. Но в 60-х годах прошлого века их стали очищать. Почему? Потому что многие люди стали путешествовать по этим каналам. Практически можно в любую точку Англии доплыть на корабле на этом. Ну, кораблик, конечно, довольно-таки не очень просторный, потому что в длину он имеет где-то 22 метра, а в ширину около чуть больше 2 метров. Но некоторые люди покупают их и живут там даже. И делают из них и на корабле и спальня есть, и комната, и кухня, и туалет. Я вот не знаю, есть ли там душ. Но путешествуют, живут, потому что корабль купить все-таки дешевле, чем квартиру. Но это, опять же, наверное, кто не имеет детей, потому что с детьми довольно-таки очень трудно, так как они привязаны к школе. И если на корабле плыть от одного места другого, другому, то школа-то не плывет вместе с ним. Хотя в средние века, а вот где-то в 19 веке люди так жили на кораблях, что даже были церкви на кораблях. Хотя они были все неграмотные, над ними смеялись, потому что никто из них не мог посещать школу. Сейчас, конечно, это довольно-таки интересное и модное. Вот, кстати, Инджаксон. Вот это когда один канал соединяется с другим. Так это место называется. Это история. Некоторые фотографии представлены. Ну, прогуляемся дальше. Вот я нашел шампиньончик. Дело в том, что рядом с каналом есть некоторые пролески. Но они, конечно, все частные территории. Вот и боровичок. Хороший боровичок, кстати. А вдоль канала все можешь ходить бесплатно. А это домики. Это те, которые живут на кораблях. Они же тоже любят огородики. И вот такие пристаньки они там устраивают, как садовые участки, огородики. Вот мы дошли к очередному шлюзу. На той стороне это уже частная территория. Хотя, возможно, когда-то была дорога. А сейчас там домик. Вот посмотрим на кораблики. Стоят там огородики у них. А вот и вентилятор для электричества. Но довольно-таки, я думаю, вентилятор это дорогая вещь, потому что дорогое обслуживание. Не знаю, насколько это выгодно. Вот так мы прогулялись по каналу Trent and Mersey. И сейчас пойдем обратно. Хорошая погода, нам повезло. Вот. Интересная вещь тут. Около домика красивый водопадик. Такие водопадики сделаны для того, чтобы как бы лишняя вода повыше уровня уходила. То есть стравливалась вода и циркулировалась. А вот еще интересный момент. На корабле сидит кот. Кот, видимо, охранник. Корабельный кот. Охранник, потому что видно по его морде. Спасибо всем, кто меня смотрел. Всем до свидания. Извините, если что не то. Всем пока.